Христос воскресе! Когда очень известного священника, прославившегося своим красноречием и энциклопедическими знаниями, кто-то, движимый бесами, начинает спрашивать публично, как тот пришел к Богу и вере, а священник, увлеченно, не стесняясь, начинает вспоминать, как он пришел, да со всеми подробностями. Друзья, это не есть хороший признак. Я вспоминаю профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Часто о таких ситуациях говорит, даже его не раз пытались спрашивать, как он пришел к вере в Бога, на что с гневом отвращается от подобных вопросов. И мы, чтобы не быть посмешищем у бесов, должны не реагировать на такие вопросы. Вспомним хотя бы для примера апостола Петра и многих, кто думали, что вера у них есть. Мы только ползем к истинной вере, совсем не живущие по евангельским заповедям. Бесы не только верят, но и точно знают, что есть Бог, и остаются бесами. Поэтому да, стережемся таких дум и мнений о себе, что мы к вере и Богу пришли.